пожаловать на наш канал. Сегодня мы едем в Кёльн на самый большой парад карнавальный. Он уже начался в 10 утра. И последнее будет как раз на главном вокзале в 1:30. Поехали вместе с нами. Очень интересно нам посмотреть и вам показать. В прошлый раз мы, конечно, я надеюсь, вы посмотрели у нас уже видео с прошлого карнавала. Надеюсь, насобираем еще больше. Всем до встречи. Не переключайтесь. У нас в Гумерсбахе ремонтируют ветку железнодорожную, поэтому мы на автобусе. Но это, кстати, на заметку, когда идет ремонт линии железнодорожной, всегда есть автобус с надписью номера поезда. Так что это гораздо дешевле и быстрее. Потому что если мы на перекладных бы добирались, это было бы очень дорого и долго. Вот. В прошлый раз мы уже ездили так и уже теперь знаем все эти тонкости. Не взяли с нас в автобусе ни копейки. Сказали, оплатите поезд, и все, потому что автобус это и есть маршрут поезда, и цена у него одинаковая. Так что вот так. Вот так выглядит поезд. И там уже водитель. Это специальный вагон тоже для колясок. Для велосипедов очень удобно. Да, сына? Любишь поезд? Мы уже показывали поезда. Они, конечно, разные. На нашем канале есть скоростной поезд. Он вообще, конечно, супер классный, но цена не дешевая. Не всегда можно позволить себе кататься. Я скажу, даже при дорогом бензине гораздо дешевле ездить на машине. За окном уже все зелено, уже трава свежая, такая красивая. Все. В Германии пахнет весной. Nächste Station. Hohenrad. Aufstieg in Fahrtrichtung links.
хочет посмотреть. Очень много людей. Службы полиции и пожарных начинают парад. Розенмонт-Акцуг протяженность 8 километров. Посмотрим, насколько интересен он будет. Thank you.
А вот и первый вагончик с людьми, и это все кидают конфеты, посмотрите. Посмотрите только, как закидывают, обалдеть. И это все летят, ведь не маленькие конфеты. И коробки конфет, и плитки шоколад. В конце видео обязательно покажем вам все, что мы насобирали.
Christmas issues. А фоны где-то есть, ладно. Ты круто, хо. Я. Thank you.
На этом мы закончим сегодняшнее видео, но это не заключение карнавала. Карнавал продолжим мы в следующем видео и обязательно вам покажем невероятно огромное количество шоколада, которое мы добыли на этом празднике. Не забудьте подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Ну и до новых встреч! Всем пока!